moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Подготовка идет в рабочем режиме. Вызвали 20 человек, поедут только 18. Ребят предупредили, что не всех со всеми знакомы, надо познакомиться. Турнир довольно-таки серьезный. Сегодня у нас разовое занятие. С завтрашнего дня по одной тренировке будет. И 22 числа мы выезжаем в город Минск. Вы смогли рассчитывать на всех игроков или были какие-то травмы, может, не приехали? Ну, практически всех игроков, которых мы хотели, вызвали. И мы немножко смешали с 95-м годом, не только 94-й взял. И надеюсь, что выступим достойно. Расскажите немножко о турнире, на котором вы едете в Минске. Да, я уже второй раз езжу на этот турнир. В прошлом году были с 93-м годом. Оставили хорошее впечатление своей игрой. Могли занять и призовое место, немножко не повезло. Нас помнят, звонят, говорят, что впечатление оставили неплохое. Поэтому едем туда доказать, что у нас прогрессирует футбол. А с кем вы попали в группу? Группа у нас довольно-таки серьезная. Россия, Сербия и Украина. То есть рассчитываете занять место, чтобы идти дальше? Ну, в любом случае мы постараемся выступить как можно лучше, чтобы играть за более высокое место в стыковочных встречах. А так посмотрим. Из всех соперников я немножко знаком только со сборной России, потому что у меня есть кассеты с нашей игрой на квалификации в Испании. Других будем знакомиться на месте уже. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.